поскольку 1 декабря был срок, заявленный срок начала эксплуатации наших хоккейных коробок. Сегодня мы выехали посмотреть общую готовность, в том числе объектов стадиона «Металлург», как самая большая ключевая площадка для занятий массовых вот этих мероприятий. Ну, в этом году у нас все по-новому. То есть у нас в этом году называется не массовое катание, а центральный городской каток, где мы проводим для горожан катание, которое у нас будет проходить с четверга по воскресенье. В четверг у нас вечернее катание с 18.30 до 20.30, а в субботу, воскресенье дневные и вечерние катания. Заливка льда у вас полностью завершена? Да, завершена, то есть мы основу сделали, но каждый день поддерживаем лед. Ресурсов достаточно, своих, да? Ресурсов. Никаких проблем нет? Здесь все. Техники у нас хватает, да. Для новичков что-то есть? Или... Для новичков у нас в этом году, значит, будут инструкторы на льду, которые будут обучать детей катанию. Два инструктора постоянно. Смотрели мы с вами сегодня, как готовы наши хоккейные коробки, в том числе техническая готовность, эксплуатационная и готовность организации занятий на этих площадках. И объекты, здесь мы присутствуем на тропе здоровья, напротив нас лыжные дистанции. И можно констатировать, что в целом готовность у нас достаточно, степень готовности достаточно высокая. Есть отдельные недоработки, связанные с тем, что, вот, к сожалению или к счастью, у нас вот зима наступила очень рано, и снегопады у нас такие большие. Это все в конечном итоге связано с тем, что снега много, надо убирать очень часто и очень быстро эти же хоккейные коробки. Иногда люди не справляются, и вот этот человеческий фактор мы на сегодняшний день учитываем и решаем вопрос по оперативной замене. Если кто-то выбывает из наших рядов, ищем замену оперативную, чтобы хоккейные коробки не простаивали.